Чирлидинг, одновременные соревнования и двигательно-взрывное, удивительно красивое зрелище, наполненное элементами акробатики, спортивной и художественной гимнастики, спортивных танцев. В УСК Подмосковья в минувшее воскресенье состоялся турнир по этому виду спорта. В нем приняли участие более 130 девочек, которые занимаются с тренерами в физкультурно-оздоровительных комплексах и дворцах культуры района. Активно развивается именно танцевальное направление, это чир-фристайл, чир-хип-хоп и чир-джаз. И есть тренеры, которые ведут занятия по чирлидингу на базе УСК Подмосковья, ФОК, Дворец культуры, Озера, Медвежьи Озера. И у нас сегодня представлено 7 команд, 130 участников. В основном мы любители танцевальных направлений. Грация, пластика, скорость и физическая тренированность – это все чирлидинг. У девочек формируется богатейший арсенал двигательных навыков с постепенным нарастанием координационной точности и сложности. При выполнении соревновательных программ используются махи, приседания, прыжки, падения, повороты, вращения. Находясь в постоянном движении, надо уметь точно бросать и ловить помпоны, моментально и синхронно перестраиваться. Это все базовые движения в чирлидинге. Мы с девочкой поставили дуэт и занимаем с ним призовые места на соревнованиях. Также наша команда занимает много призовых мест и становится победителями на соревнованиях. Это отвлекает от любых дел, которые тебе вот так суетно прям. И это очень интересно. Ну, мне тоже очень нравится заниматься чирлидингом, потому что, ну, это как мое хобби. Я уже очень давно занимаюсь, и это очень круто, мне кажется. На турнире по чирлидингу в разных номинациях, всего их было 15, победили команды «Диамант» из УСК Подмосковья, «Кэт» из Щелковского районного культурного комплекса, «Калибри» и «Позитив» из ФОКа на Центральной улице и «Озера» из Медвежьеозерского поселения. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».